С наступлением летних каникул у многих родителей возникают вопросы, чем занять детей. Неплохо бы отправить младших в лагерь, а старшие сами не прочь немного заработать в летние месяцы. Но не у всех есть такая возможность. Вице-премьер правительства республики, министр образования и молодежной политики Алла Салаева и министр труда и социальной политики Алена Елизарова провели совместный личный прием. Жизненные обстоятельства у всех разные. Так случилось, что Людмила Анатольевна заменила своим внукам родную маму. Она опекун троих детей. Понятно, что с деньгами туговато. Ей бы очень хотелось отправить маленького внука в школьный лагерь, а старшего временно трудоустроить. Но бабушке отказали. Нам сказали, что 5 человек всего на класс. И все же места заняты. Неужели нельзя? Говорю, одного ребенка из малоимущей семьи, неполная семья, мама от них отказалась. 3 детей нет. И я прямо думаю, что он сейчас решит. Понятно, что государство защищает такие семьи. Они вправе рассчитывать на поддержку. Какая-то странная ситуация, потому что... Ну, она, в принципе, странная. Да. Тогда я говорю, да, Людмиле Анатольевне, что вопрос решен, но мы потом с вами в рабочем порядке вернемся к этой истории. В этом случае все закончилось благополучно. Проблема решена. На личный прием пришла и мама 2 детей, один из которых с ограниченными возможностями здоровья обучается на дому и требует постоянного внимания. Младшая же дочь ходит в детский сад, который расположен очень далеко от дома. Молодая мама теряет немало времени в дороге, чтобы привести и отвезти ребенка. Все ее попытки перевести ребенка в ближайший детсад не увенчались успехом. До этого личного приема этот вопрос тоже решен положительно. Инесса Потапова, Владимир Синдеев, Республика.